Так, понятно. Слушайте, а почему у нас так с русским языком плохо в стране вообще, если всем славянским учат? Все меня понимают, да? То есть слово «жопа» произносить нельзя, да? Я не понял, можно или нет? Да или нет? Помните, жопа! Итак, видок партии, что это такое? Это значит, что сегодня будет литься гектолитры водки видок! Весь вечер на манеже диджей Смок. Очень много заводных конкурсов. Ваш покорный слуга, я вообще работаю электриком Егор Глухов. И, конечно же, наши замечательные спонсоры, собственно говоря, водка, медок, бежим от счастья всех. Не так не пойдет, но сейчас закрой, пойдет там очередь. Я говорю, вот как вы бежите во время славянских? Два раза больше. Водка, медок! Водка, медок! Я еще раз всех поздравляю. Где у нас молодой человек из консерватории? Сегодня день рождения Рахманинова. Вы там должны что-нибудь изобразить. Ну что ж, понеслась. Едем в партии. Поехали! Thank you.
не знать, что им мешает, на самом деле, а девочки даже не предполагают, что им мешает. А, кстати, совет... Подожди, давайте так, слушайте, как много девушек сегодня. Боже мой. Родители в курсе вообще, что вы здесь? Секунду. Сейчас вы посмотрите. Сейчас бежат только девушки. Девушки? Да. У нас сегодня 8 марта вообще, а не жопа. Так, мальчики! Подождите, я обращался к вам. Вы хотите, чтобы у вас сегодня что-нибудь получилось с девочками? Так, подождите. Не все, конечно. Причем, вот вам сказали, что у вас ничего не получится лично. Иди сюда, малыш. Вы один пришли вообще? С кем? С другом. Не с другом это тупо. С девушкой, с какой? Не, без девушки. Хорошо. Так, какая девушка вам нравится? Посмотрите, покажите пальцем. Не можете сказать? Думайте головой. Как это я очень много. Ну хотя бы одна вот из... Смотрите, вот лезут вперед девушки. Нет, тех, которых обнимают, на них не смотрите, за это можно получить по куполу. Смотрите на тех, кто обнимает девушку. Вот это ведь девушка вам нравится. Не очень плохая, правда? Я думаю, что сойти. Вот если... Можно вас, девушка, на секунду? Вот если у вас молодой человек... Молодец. Молодец. А вы с девушкой? Вот если вы хотите... Вот если бы вас молодой человек угостил коктейлем... Коктейль. Вы же поможете мне готовы? А вы с ней? Вопрос хорошо сон. Если бы молодой человек, как вас зовут? Арам угостил бы Татерик коктейлем. Она ему отказалась? Смотря каким. У вас три варианта. Медов, Манхэттен. Арам сразу на цены смотрит. Смотрите. Это твое слабое место? Что? У тебя только цены слабое место, я надеюсь, да. Медов Black Russian и Медов Paradise. Вот какой из этих коктейлей вам нравится? Конечно, девушка сразу, он подороже. Но у него есть только баба. Короче, мальчики, если вы хотите, чтобы у вас с девочками сегодня что-нибудь получилось, заказывайте в баре коктейли Медов. Держи, подаришь девушке коктейль. А это вы подарите, ну не надо ему дарить, подруге дарите. Идите, знакомьтесь, дарите друг другу коктейли. Так, едем дальше. А сейчас, где наши профессиональные танцоры? Где у нас? Секунду. Надо побольше сделать места, побольше места, я прошу вас. Уважаемые господа организаторы, танцоры, вам сколько места надо? Мне скажите. Вот так хватит или еще надо больше? Место. Да, это мне... Так, ребята, больше места, чтобы танцоры показали, что им совершенно ничего не мешает танцевать. В отличие от нас с вами. Так, вы скажите, в какую сторону надо больше места? Право-влево? Так, девочки, можно вас попросить обуви поработать в прямом смысле этого слова? Толкайте назад. Вы тоже. Сейчас для вас... Танцует замечательный танцевальный коллектив экстремального танца, который называется Extreme Project. Ваши аплодисменты. Говорил, что надо отличаться головой. Самый важный человеческий орган. Девушки, обратите на это внимание. Светлая голова мужчины, это все остальное на месте. Продолжаем буйствовать. Так, все пошли в туалет, да? Все не... Продолжаем буйствовать. Медов партия, разгар и диджей-спорт, зажигай!
I'm not feeling so lonely. I need you. Only you. Only you.
там освободить вот это вот пространство. Здравствуйте! Что команда заходит, молодые? Так, секунду, мальчики. Мы в Армении, не в Голландии. Мальчик-девочка играет. Стоп, спокойно. Опа. Где ваша девушка? Все. Заметано. Так, хорошо. Молодой человек возбужден. Давайте познакомимся. Встаньте вот так вот. Вот так встали, как будто у вас сломали болезнь. Ножки вместе сложите. Ничего не болит? Нормально. Итак, знакомимся с этой парой. Вас зовут? Дядя, как вас зовут? Дедуш. Дядя Дедуш. Айкуи. Дедуш и Айкуи играют против? Хорошие ребята! Можете загадать желание, девушка. Нас от них зовут. Тебя тоже, хорошо. Вас как зовут? Горы, Элек, Евой, Айкуи, друзья мои. Так, нам нужно два подноса. Два по пять. Одна бутылка и два по пять. Так, давайте спросим. Молодец, Элек, настоящий друг. Горов, только не скоммунизм, пожалуйста, бутылку. Кстати, всем все видно, да? Человек с камерой, сейчас грохнет все оттуда. Вы на кого работаете вообще? На кого? Что вы показываете? У вас нет денег, чтобы купить бутылку литров? Все нормально, спасибо. Так, и еще 5 стаканчиков пустых. Так, мы решаем общим голосованием. Я обращаюсь к вам. Сейчас мы решаем, кто будет пить вино. Мальчики или девочки? Спокойно. Спокойно. Подожди, девочки вообще пьют? Да. Пьете девушки? Вино. Это что такое? Децл? Хорошо. Давайте же. Пьют девочки. Я не элементарий, нет? Стоп. Давайте мальчики, Эли. Мальчики? Мальчики. Девочки. Нет, мальчики, давайте. Давайте у них девочки. Давайте девочки, потом мальчики. Хорошо. Так, для того, чтобы у нас конкурс состоял, все спускаемся вниз. А куда? Что фотографировать? Зачем? А, спускайтесь вниз просто так. А вы зачем здесь стоите? Смотри, 5 стопок, пожалуйста. Стоп. Хорошо. Так, значит, в чем... Чистые руки, но все-таки. Осторожно, не уроните. Так, смотрите, что мы делаем. Значит, положите на место. Мальчики поднимают наверх свои футболки. Футболки вот так вот закатываем. Вот так, смотрите. Вот так закатываем. Осторожно, товарищи. Держите прямо, не волнуйтесь, не прижимайте к груди под нос. Когда вы дышите, все это вздымайте. Поднимайте, мальчики. Смотрите, в чем суть. Мальчики становятся напротив девушек. Не-не-не, девушке не надо пока ничего поднимать. Пока у нас нет девушки. Девушки, мы сейчас вам наливаем сюда водку. Стопарите. Вы ее пьете до конца. И опрокидывайте стакан парню штаны прям. Вот так вот, закатываем туда. Вот что, вот в таком состоянии. Видно? Посмотрите. Вот в таком состоянии. Понятно? Побыстрее. Все. Так, открываем водку. Оставайся. Гор профессионал. Я ее разливаю. Всем видно, да? 5 штук, да,
Вы, смотрите, на счет 3-4 вы начинаете пить и опрокидывать. Смотрите, если стакан, слушайте меня, девушки, если рюмка западает в штаны или падает рядом, это не считается. Надо зафиксировать в штанах или в трусах, где угодно, понятно? Итак, 3-4. Давай! Обратно стаканчик молодой. Новые стаканчики можно? Нет, новых стаканчиков нет. Это ваши трусы, теперь будете пить вы. А ты минус один дрейк. Ну, пожалуйста, я уже не знаю. Да. Так, девочки. Опрокиньте, пожалуйста, стаканчики. Молодой человек, что вы переживаете? Все нормально, никто с сифилисом не болеет. Девочка! Переверните стаканчик, пожалуйста. Вот эти вот пять ваши совершенно однозначно, я отвечаю. А, им есть Миша, подчеркнуться. А, тем более. Так, девушка, кто мне помогал? Где моя помощница? Где моя помощница? Где? Девушка, ну что же вы убежали, держите. Так, теперь, мальчики. Теперь мы все будем ждать, пока... То есть вы этого боитесь, да? Можно нам новых 10 стаканчиков? Девушка, отнесите, пожалуйста, флаг. Стаканчик принесите 10 долларов. Вот этого отнесите флаг, принесите 10 долларов стаканчиков. Почему ничего страшного? Мы вам дадим приз за это, честное слово. Бесплатная поездка... Не, осторожно. На Чарбакскую фортепианную фабрику. Можно вас... Да, а он из Армении сейчас, пар, а потом обратно. Так, девочки, я вам объясняю. Девочки, вы готовы? Девушка, мы готовы. Уже готовы. Уже все, да? Мальчики, вы не должны вообще. Аур только. По жизни. Так, быстрее нам стаканчики. В чем фишка? Теперь бьют мальчики. Вот Кумино. Вот, улички сложнее. Нет, бюстгальтер. Бюстгальтер, договорились. Вам не вот, вы можете поднять. Тогда вам штаны. Вам штаны, вам бюстгальтер. Хорошо, удержит, у них все нормально там. 2,5. Что, что? 3? 2? 3? Я постарел, как и 3. 2,5, вы что? 3,5. Так, стаканчики у нас есть? Слушайте, я уже водку согрел окончательно без поворота. Принесите нам 10 стаканчиков. Мальчики, вы готовы? Девушки, вы обратили внимание, я вам мало налил. Всегда готов. Нет, еще раз. Кто любит водку вино? Смотрите, какие голодные лица. Давай сюда. Подожди, подожди, сейчас. Нам принесут стаканчики. Нет. Придется из карлапутки. Видимо, он принесет через стаканчик, он себе поможет. Молодец. Так. Так. Покажите мне хотя бы одного организатора вообще. Стаканчики! 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 О, слава богу. Пьем водку, мальчики. Значит, у нас получается два. Подожди, подожди.